открытый золотой директор, закрытый серебряный директор, VIP-18, Валентина Бубина! Всем здравствуйте! Спасибо большое за проект «Поберлик онлайн». Слушайте, начну, наверное, с вопроса. С вопроса все-таки. Есть здесь в этом зале кто был в такой компании? «Орифлейм» называлась. Ну вот вы, ну кто? Ну вот вы, мои родники, ну вот я своя, и я там была. А есть ли у кого, ну не получилось там. Ну вот вы, мои хорошие, да. А кто счастлив, что мы сейчас вот здесь, в «Поберлик»? Да, да, вот оно. Я тоже счастлива. Ребята, я тоже счастлива, невозможно. Вспоминаю себе, я до сетевого бизнеса, девушка, иду на работу, вьюга, стужа, что там вообще творится, болею, температура, вот надо идти, начальник там у меня, не приду, скажу заболела, скажу плохая погода, скажу ребенок, ну там ребенка у меня не было, приукрасила, ну ладно, ну в общем, лицо тут недовольное, упреков наслушаюсь, уйду, все так ходят. Все так ходят, все так делают, я знаю. Все так живут, ну все вокруг. Ну я так жила. Спасибо моим наставникам, Андрей и Марина Пойлова. Я вас люблю безумно. Я заранее отвечу на вопрос, да кто меня вдохновляет. Не знаете мне его? Меня вдохновляют и мои наставники, и мои партнеры. Это люди прежде всего, люди. Люди главные в сетевом бизнесе. И мы чувствуем сейчас «Поберлик» — это всем сердцем, да, люди. Ну и вот, что хочу сказать, волнуйся. Ой, волнуйся. Наступил момент в моей жизни, да, я пришла в сетевой, и, наверное, был волшебный пинок все-таки. Был мне под зад, который случается у многих мамочек — это ребенок. Да, это был мой толчок. Именно когда у меня родилась первая доченька, именно тогда я начала что-то делать. И прям вот в омут с головой. А, коллеги, надо в омут с головой. Мы выбираем это дело всем сердцем. Вот вы его выбрали. Выбрали. Действуйте. Не задумайтесь, не оглядывайтесь. Просто берите и делайте. Вот он, тот омут с головой. Именно ребенок меня вдохновил на это все. И знаете, я понимала, что если мы с мужем останемся, вот и я потом вернусь на этот найм, и он там у меня до сих пор, и будем ходить, ну что, что это будет? Ребенок нас будет видеть, наверное, только по выходным. Ну а как иначе? По-другому не могло быть. Знаю, многие люди сидят в жопе, сидят в этой жопе, потому что там просто тепло, просто привычно, и ничего просто не хотят менять. Ничего. Ну хорошо, что он дает. Я так тоже думала, вообще думаете. Я такая не была, тоже думала. И вот именно всего все поменял. Друзья, успех это ваш выбор. Прежде всего, только ваш. Сердцем выбрали и идем к этому успеху. И вот сегодня просто ответьте себе на такой вопрос. Нафига вообще я буду работать? Какой у меня стимул? Зачем я буду что-то делать? 24/7, зачем? Вообще, ну нам надо? Слушайте, надо что-то делать? Спасибо. Ну, на самом деле, каждый день мы просыпаемся и делаем выбор. Кто-то делает выбор подольше поспать, побольше поесть, пойти в парк погулять, включить телевизор, сесть на диван, просидеть весь день, сериалы и так далее. Это выбор. И ваш выбор должен быть связан с тем, что для вас важно. Если сегодня я будем поддаваться вообще всем соблазнам, которые нас окружают, то мы будем, наверное, в конце концов, толстыми, некрасивыми, больными. А если мы не будем развивать свой бизнес, мы будем еще и бедными. И не женатыми! Обязательно! Ребят, ну, нужно помнить, что у каждого успеха у него есть цена. Это усилие, это ваше время,
проявление воли, дисциплина, меньше спать, больше работать. Фокусируйтесь на результате, у вас будет успех, я вам точно говорю. Хватит искать волшебные кнопки, хватит перебирать кучу методов, обучаться, это все прекрасно, но нужен результат. Если у вас есть мечта, скажите, есть мечта в этом зале у кого-нибудь? Мечта! У вас есть мечта? Да, это прекрасно, у всех, у меня есть мечта. Слушайте, ваша мечта денег стоит? Деньги нужны, чтобы эта мечта осуществилась? Нужны. А сколько уже там накопилось? Ноль. Четверть. Прекрасно. Ноль. А сколько вы готовы работать, чтобы эта мечта осуществилась? Готовы вообще работать, чтобы осуществилась? Нет, 23. Еще поспать надо, да, обязательно. Сил набрать. Во сне кому-то гениальные идеи приходят. Тогда нам с вами повезло, мы в Фаберлик. Мы в Фаберлик, у нас есть эта возможность. Кто еще сидит, бегом просто действовать вот сейчас. Позавчера, вчера, миллион инсайтов. Что творится вообще в наших головах, мне не укладывается. А я уверена, что на следующий год вот здесь вот сидящих мы будем поздравлять с высокими статусами, огромное количество людей. И вы приедете со своими командами, и в такой зал никто не поместится, это точно. Будете искать проблемы, найдете проблемы. Будете искать возможности, найдете идеи. Трава, она не растет вот так, да? Она растет по максимуму. И я желаю вам всем роста по максимуму. Спасибо.